Далее криминальная хроника. На связи сотрудник пресс-службы областного МВД Велена Танделова. Велена, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. За минувшие сутки в дежурную часть МВД поступило 64 сообщения о преступлениях и происшествиях, 57 раскрыты по горячим следам. Жертвой телефонного мошенника стала 62-летняя жительница Курска. Неизвестные сообщили, что ее сын стал виновником крупного преступления. Для решения этой проблемы пенсионерке необходимо перевести деньги. Она сама сообщила сумму, хранящуюся на карте. Все 315 тысяч рублей обещала перевести на указанный звонившим счет. Все время похода до банкомата неизвестный находился с ней на связи и запрещал прерывать звонок. Получив денежный перевод, злоумышленник закончил разговор и больше на звонки не отвечал. Только после перевода денег она решилась позвонить сыну, который сообщил, что все время занимался своими делами и никаких проблем у него не возникало. В полицию она обратилась незамедлительно. Потерпевшая призналась, что много раз слышала о подобных преступлениях, но связаться с сыном сразу не посчитала нужным. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия по установлению злоумышленника и решению вопроса о полном возмещении ущерба. По подозрению в краже из квартиры Курянке полиции разыскивается Глебов Юрий Сергеевич, 1978 года рождения. По предварительной информации, в июле этого года мужчина похитил 20 тысяч рублей из дома знакомой по проспекту Клыкова города Курска, пока та вышла. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Все, кому известно местонахождение подозреваемого, могут сообщить об этом по телефону 02 с мобильного 102 или номеру 58-33-90. Круглосуточно. Елена. Спасибо, Велена.